Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про чудесный блокнот от команды «Спутник». «Спутник» — это семейная мастерская, и все блокноты они делают вручную. От книжной шивки до тетрадок и до вот таких вот блокнотов на пружине. Как я уже говорила, все блокноты ребята делают вручную, начиная от подбора бумаги, заканчивая упаковочкой каждого блокнота в индивидуальный пакетик. Чем хорош этот блокнот? Чем он мне так нравится? Во-первых, это твердая обложка. И передняя, и задняя. Во-вторых, это резиночка. То есть, если вы пойдете на пленэр, вы можете так вот открыть, да, допустим, вы много уже прорисовали, зацепить странички резиночкой, и все. Готово, рисуйте с удовольствием. Дальше, что тут еще? Самое главное, каждая страничка маркерного этого блокнота, она проложена калечкой. То есть вам не нужно страдать, что вы забыли подложить какую-то промокашку под свою страничку маркерную и что вы испортили половину блокнота. Нет. Ребята уже за вас подумали, и вам остается только открыть блокнот и рисовать. Собственно, у меня уже этот блокнот начат, и довольно давно. Один такой я уже полностью изрисовала. А этот еще пока в процессе. Здесь я делала зарисовки из Испании. Мы были в отпуске. И вот здесь вот я как раз показывала, что многие спрашивают, протекает ли калька. Нет, товарищи, смотрите. Хорошенько, да, можно прям... Так, это будет светлый. Вот. Можно измазать кальку. Но рисунок у вас будет чистенький и светленький. То есть абсолютно спокойно вы можете рисовать, не заботьтесь о том, что вам нужно что-то подложить. Внутри каждого нового блокнота ребята вкладывают такое письмо с приятными словами, с пожеланиями. А еще вы можете найти одну из таких вот наклеечек. Сейчас я покажу вам. Есть много разных вариантов. В основном это котики. Котик в очках. Котик индейец. Котик Шерлок, котик космонавт. Так, есть еще логотип. Есть собачка, коржик для любителей собачек. А также два бонуса. Это коржья попа и котячья попа. Почему здесь только котиков? Потому что котик это, как ребята сами говорят, это их пушистый директор, вдохновитель и... контроль качества. Его зовут Анисим, и это мега очаровательный кот, который никого не оставит равнодушным. У ребят есть несколько обложек, цветов обложек, аж 16. То есть сейчас я вам покажу. Они мне дали для вас похвастаться, показать, какие у них есть цвета. Есть мятный, бирюзовый, зеленый чай, такой вот фиолетово-бордовый, безумно красивый винный, кирпичный, пыльно-розовый, алый, такой вот серенький, дымчатый, черный. Для любителей поярче у нас есть синий, голубой, ярко-розовый, желтый и зеленый. Вот один желтый я изрисовала. Следующий я хочу себе сделать вот такой вот киви-альбом. А теперь расскажу, как собираются такие блокноты. Сначала режется блок маркерной бумаги 160 грамм под размер 20 на 20. Под такой же размер режется и калька, а потом вручную каждая страничка прокладывается калечкой. Представляете, один блокнот собрать, проложить калькой, это 30 листов бумаги и 30 листов кальки. А если делать это в промышленных масштабах, как делают ребята? Далее. Берется обложка, перфорируется, и на люверсах вставляется резиночка. После того, как обложка готова, на специальном станочке перфорируется обложка, перфорируются листы блока и вставляются на пружинку. Далее вкладывается вам письмо, приятная какая-то наклеечка. Наклеечки абсолютно рандомно кладутся. Заправляется резиночка, надевается информационная лента, где вы можете найти всю информацию о блокноте, о бумаге,
о том, какие хэштеги ставить в Инстаграме, как ребят найти в Инстаграме. И упаковывается все в отдельный пакетик, чтобы блокнот при транспортировке не испачкался, не заляпался и имел очень такой приятный презентабельный вид. Ну что ж, а теперь, я думаю, можно и порисовать.